В этом видео мы поговорим о тупорылых фанатов Джоджо. Для тех, кто не понял, Джоджо — это одно из самых популярных аниме, которое вышло в 2011 году, а манга еще с 80-х. Так чего же я говорю? Среди обычных фанатов Джоджо есть и ютуберы, которые снимают такие анимации из Джоджо. Внимание всем! Я не говорю, что Джоджо плохое аниме, оно хорошее, как и то же самое Наруто. Наруто тоже хорошее аниме, но его обсирают школьники. Помню, что я начал смотреть 20 серий Наруто, но потом я уже устал. Как мы уже знаем, у всех современных школьников есть компьютеры, ноутбуки, телефоны. Они смотрят аниме, которые 18+, я имею в виду Джоджо. И потом они типа хотят выйти замуж за Джорна Джованну. Нормально вообще. Вы уже, наверное, поняли, до чего я дотрагиваюсь. Это типа, то что есть такие школьники, это обычно это девочки, и говорят то, что типа Джетара Кудзо краш. Да, мне нравится Вига Чедон Фонни, но он не краш. Меня бесит то, что кто-то не на уме, или же современный школьник, и говорит, то есть орёт во весь двор. Джона Джованна краш! Или типа того. Думаете, что современные школьники безобидные? Нет, они оскорбляют ютуберов, фанатов Джоджо. Обычно они оскорбляют их матерей или баб. Самые смешные качества современных школьников – неадекватность. Всего лишь 1% адекватен. У фанатов или же комьюнити Джоджо очень хороший талант. По крайней мере, у нормальных и адекватных. Не нравится творчество. Но нет, этим малолеткам нужно побольше просмотров. Перед тем, как закончить это видео, я бы хотел сказать, у меня больше 97% смотрят без подписки. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы это было. Итог, если вы видите анимацию, которая нарисована криво, как будто пыль нарисована, то эти видео надо игнорить. Всем пока. Как только на этом видео наберется где-то 25 лайков, я выпущу продолжение.